Что у нас полейки есть что? А чем мы в прошлый раз заливали? Ну, с баклажки. С баклажки? Не, лейка есть. С ситечком даже. Ну, чуть-чуть плесень. Я думаю, плесень не сильно страшна. Я ж слышу, как наполняется этот по жизни пустой бак. Что, он два раза в жизни был полным. На пикнике и на Самаре. Только на Самаре его полнота не выдержала. Так. И вот так. Давай. Мы с Серегой поколдовали и обнаружилось, что на ней хреновые свечи стояли. Мы поменяли свечи, почистили, запаяли уже бак, и она готова выезжать. Заводится теперь, как видите, легко. Аккумулятор дохлый, все время заряжался, и этот аккумулятор теперь в ней и поселится. На данный момент мы едем в малярку. Так, ребята, мы далеко не уехали от гаража, потому что лохи, я бы сказал бы так. Это советские. Плохо был затянут хомут. Ну да. И у нас закончился бензин. Собственно, далеко не отъехались. У нас отпала шланга. Серега сейчас вот таким пластиковым хомутом пытается это закрепить. Уже подтянули. Все. Теперь надеемся на то, что мы уедем. Мы даже не качали колеса. Так и поехали. Времени у нас практически нет. Уже вечер. Темно. Хочется быстрее попасть в атмосферу, где есть освещение. Ну, в общем, едем полностью на спущенных колесах. Там, может быть, пол атмосферы есть. И все, передние колеса смотрят один на юг, другой на запад. Посмотрите, если вам видно. Ну, это капец. Серега, блядь, говорит, я быстро ехать не буду. Колеса спущенные, педалит 60 км в час. Его шкивает, посмотрите, это неровно. Колеса стоят, поняли? Его со стороны в сторону фигачит, как потерпевшего. Ну, мы такие, да, мы... Вот что-то у нас все идет, ну, не так, как у всех. Как-то все немножечко через жопу, но... Но зато мы такие, блин, это же ежик и белка, ё-моё. О, какая картина! У нее туалет напротив туалета. Вот... Даже на такой машине он с Пежо сцепился. Ну это ж надо. Сейчас его как раз мотыляет, как не знаю, как проститутку какую-то. Где-то будет лежать в дереве, блядь. Ну дает, я худею. Это он говорит. Мы только что на светофоре остановились, я не снимал. Говорю, как машина едет? Говорит, ну как? Тормозов приблизительно нету. Сцепление мне не нравится. Что-то сильно буксует. Так, ты колесо крутится по асфальту, еще и мокрый, нифига. Ты что, ты с Пежо сцепился или что? А нет, это я так чисто хохмырать. Херово. Чего? Перегоняй влево. Ага. Вот она. Наконец-то увидела свет, пускай греется, как на солнышке. Итак, нахрена мы, собственно, сюда приперлись, да? Как я и говорил вам, у нас колеса стоят раком. Если посмотреть, это колесо сейчас поворачивает, да, в сторону водителя. Немножечко, а это уже вывернуто полностью. То есть у нас конкретные проблемы. В чем эти проблемы, мы не знаем. Нам надо разобраться. То есть мы будем, скорее всего, менять рычаги. Посмотрим, погнула ли там ося. И вообще поймем, может, там с рулевым какие-то бока. После Самары, после наших гонок у нас, в общем, не очень хорошая картина осталась по машине. Будем устранять.
Почему здесь? Кощунский так. Почему здесь? Потому что здесь у нас есть тепло, яму мы откроем, потому что мы будем с под ямой работать, протопим, будет тепло работать, замечательно. Ну, в общем, вот такой вот план.